Всем веселей, с вами веселее СТ. Сегодня у нас необычная распаковка. Все вы знаете, что Бэтмен мой любимый герой. Кроме того, я обожаю собирать Лего. А тут два в одном. Лего набор, маска Бэтмена 66 года. За историю фильмов про Бэтмена главный герой поменял очень много масок. Но это особенное. Эта маска из второго и самого популярного сериала про Бэтмена, который шел в 60-е годы. Прямо над маской надпись Classic TV Series. А с другой стороны, кадры из этого сериала. Лично я видел эту маску не в сериале, а в фильме про Бэтмена с Адамом Уэстом в главной роли 66-го года. Брось мне противоакулий бета-аэрозоль. Бета-аэрозоли против барракуд, китов, скатов и акул. Что еще можно сказать, глядя на коробку? Всего 372 детали. Ну, это работа на полчаса. Впрочем, вы сами все увидите совсем скоро. Рядом рейтинг 18+. Что за нафиг? На картинке все выглядит безобидно. Ну, раз 18+, тогда позову папу, когда буду собирать. Просто на всякий случай. Ну вот, полчаса прошло, а теперь оценим результат. Как вы видели, я эту маску собирал по электронной инструкции. Удобная вещь, думаю, следующую маску буду собирать также. Вот вообще сама маска, вот подставка. Вы знаете, когда я смотрю на нее, я испытываю щенячий восторг. Я будто возвращаюсь в детство, когда играл в Лего Бэтмена на приставке. Соответствие с картинкой на коробке 100%. Хотя в жизни намного круче. С маской разобрались, но в подставке есть тоже одна фишка. Вот такая вот табличка. Знаете, вот когда я увидел табличку на коробке, я подумал, что это прикол. Но нет, 100% попадание. Обычно я ставлю Лего на полку, но эту маску я поставлю на рабочий стол. Как говорил классик, она мне душу согреет, когда я буду готовиться к контрольше по математике. Но если вам понравилось это видео, через неделю я соберу вот эту маску. Подписывайтесь на канал, всем пока! До вечера.